Заинтересованность Запада состоит в том, чтобы к треугольнику Россия-Азербайджан-Армения добавить еще что-нибудь, типа Минской группы, которая себя полностью дискредитировала. Как передает Ахарас, таким мнением поделился бывший заместитель министра иностранных дел России Андрей Федоров, отвечая на вопрос, могут ли на брюссельской встрече произойти какие-то провокации со стороны Запада, Армении, попытки пересмотреть существующие соглашения. По его словам, эта встреча даст западным странам возможность хотя бы частично влиять на процесс. Очень активно вовлекаться в процесс Запад не хочет, но оказывать некоторое влияние желает. Для них сейчас есть Украина, а это более горячий пирожок. Попытка провокации в рамках брюссельской встречи может быть в виде вопроса статуса Карабаха. Конечно, президент Азербайджана, если такая попытка будет наблюдаться, пресечет ее. У него по этому вопросу абсолютно жесткая позиция, отметил эксперт. Что думаете вы? Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте.